театре Марины Тимофеевны. Марина Тимофеевна мне очень много помогает в работе в театре. Я с первого года, как пришла в театр, работаю только с ней. Ну, мы к ней друг к другу привыкли. Характер у нас сложный. Но, наверное, вот к этой... такой, может быть... ну, таком, знаете, каком-то... ну, полной такой вот гармонии во всем у нас. Могут быть и споры, могут быть разные разногласия. Ну, чисто с разных сторон, клинически, одному, да, да. Да, ну, в общем, наверное, в этом рождается что-то, наверное, то, ну, что-то свое, вот, то, что нужно мне. Насколько я помню работу... Все-таки она, да. Я перевожу, все-таки она художник, и это немаловажно.